А вы знали, что сегодня день шоколадного кекса? Всем сладкого начала недели. Я Лёша, сильные новости, рубрика «Короче». Поехали. Мимимилота дня. В Минском зоопарке родился ламёнок. Пополнение произошло 3 ноября. Малышу дали имя – Федя. Чувствует себя Федя прекрасно, питается молоком матери и активно изучает пространство в вольере, в котором живет вместе с другими сородичами. Очень часто мы рассказываем о том, как доверчивые белорусы становятся жертвами мошенников, но иногда преступника все же удается найти. Короче, в январе этого года жительнице Речицы позвонил мошенник, представился сотрудником банка, узнал данные и похитил более 50 тысяч рублей. Мошенника удалось найти, им оказался 33-летний житель столицы. Спалился он просто, пытался снять наличку. Теперь мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Мозырский НПЗ впервые выпустил бензин с октановым числом 101. Испытания опытно-промышленной партии прошли успешно. В первую очередь он предназначен для автомобилей с мощными двигателями, которые очень чувствительны к частоте топлива. Также он повышает КПД двигателя, улучшает скоростные характеристики и уменьшает расход топлива. Новинка скоро будет доступна для реализации. Планируются и экспортные поставки.